Сейчас будет шедевр. Шедевр не хуже, чем у Леонардо да Винчи. Первый цвет зеленый. Забирай зеленый цвет. Красный цвет. Первоначальная цена 100 тысяч долларов за картину. Аукцион. Спасибо. Желтый цвет. Желтый цвет. Владимир Борисович Коренев, Эхтиандр. Ассистент этого Леонардо да Винчи. Синий цвет, синий. Первоначальная цена поднимается 150 тысяч долларов. Кто не успел, тот не успел. Вон, какая красота. Ну, красиво получилось. Объявляется конкурс на лучшее название этой картины. Первоначальное название «Закат солнца в Севастополе». «Татары в Дубае». Значит, два названия. «Закат солнца в Севастополе», второе название «Татары в Дубае». Кто лучше? Кто придумает лучшее название, чем мы вот вдвоем, тот получит телефон. Телефон? Ну, представляешь, как выскакивают из воды чеки. Ну, они засняли как раз хорошо, вот сверху все снял. Я бы хотел увидеть, как она улыбается. Приведи порядок в своей записи и ложись спать. Отец, я хочу спать в море. Тебе нельзя все время быть в воде. Это может повредить опять твоим легким.